Ребят. Поселок городского типа Жар-Птицево готовился к своему очередному юбилею. В гости к деду Мите приехала его внучка Наська. Все жители поселка готовили к юбилею русский концерт в ДК. Понятно, понятно. О, бизнес, только так. Какой институт?
Нет. Нет? Сейчас я кому-то грязным табалинком в голову говорю. Да ладно, шучу, девушка. Я в политех поступила, политех. Вот уже. Слушай, а у вас-то как дела? А что, все хорошо? У нас день поселка сегодня, в ДК праздник. Это, Катька Реутова приедет? Да? Реутова, что, не знаешь Реутову? Она же это ваша, певичка-то это городская-то. Как это молодежь-то все поет у вас? Эти, у нас что-то в Махачкале на святке свои законы, свои порядки, что-то это? Чё? О, это, на ремитоне-то, пойдём-ка, вещи-то раскладывай твои, пойдём. Билан,
Лазарев. Митя фамилия. Это парни? Ну да. А чё они лучше тебя выглядят? Ай, да ладно тебе. Шутит, дедушка, шутит, шутит. Ну, что насчет кавалера? Неловко как-то. Ой, неловко, извините, неловко. Это Тимати на Гренландии здесь неловко. Нормально. Давай, значит... А, ты мне, дедушка, не рассказал, как у вас в деревне-то дела? А что, в деревне все по-старому. Значит, Любка семерых поросей купила, Колька похоронил 8 кур, Данил собрал ртуть с дороги. Наконец-то собрал, а что все это и творится? Это самое, Машка пила 4 недели, ну считай квартал, правильно? Вот, значит, что еще? А, сын-то у Семена Одноглазого маленький-то, они поехали на футбол в Москву, значит... Митька! Тезка-то мой, малыш-то, они, значит, накопили на футбол? Какое, шутки, они еще и на гуашь накопили, 4 года копить, не шутка же. Они, значит, на простыне синей гуашью, красной гуашью, и он с флагом прыгает, маленький, по телевизору показывает. Это что получается, они жили у тетки в Химках, у них там пятиэтажка, крыша дырявая, выходишь на балкон, там дыра, а получается, раз крыша дыра, это что, падает метеорит? Если падает метеорит, как проводить олимпиаду? Если не проводить олимпиаду, куда девать деньги? Что, картона купить всем на труды, что ли? Как получается? Где мое успокоительное? Где? Ты как всегда со своими шутками. Сам от тебя устал, честное слово, сам от тебя устал. Что ты зубы мне заговариваешь, а? Зубы мне заговариваешь. Скажи лучше, как у вас в политехе дела? Ой, дед, у нас в политехе вообще что творится? Чё? Представляешь, мы столовую закрыли, СЭФ переименовали, пятиминутки убрали и 108 в четверг проводят, а? Ужас. Зато в туалете бумагу повесили, а? Это... Получается, извиняюсь за выражение, дали вам просраться. Знаешь что, эти самые, чайник же я купил, пойдем, покажи, как он включает его у меня, покажи. Я тебя никому не отдам, замерзающий плакал котенок. Умудренный не по годам, рылом снег серебристый под кленом. Навсегда я останусь с тобой, я спасу нас обоих от стужи, потому что под этой луной мне никто больше в мире не нужен. И сейчас закопаю нас в снег, там тепло, отогреются лапки. Мимо быстро прошел человек в зимней куртке и пуховой шапке. А потом все опять зацветет, будет солнце сиять над землей, и никто никогда не поймет, что пришлось пережить нам с тобой. Ты держись, не смотри, что я мало, что в кровь изодраны лапки. Я не выдохся, просто устала. Ничего, нам помогут боги, нет. Серьезно, я слышал о них, есть такие кошачьи боги. Даже ветер в долине стих, слушал сказ малыша о дороге. А котенок копал и копал, вспоминая о солнечном лете. Безумец еще не знал, что остался один на свете. Рядом с ним на седом полотне еще теплое тело лежало, а из глаз по мохнатой щеке золотая слезинка бежала. Эй, малыш, перестань копать, все равно и уже не поможешь, будет лучше тебе поспать, о нем согреться ты сможешь. А котенок не слышит, забит, он не сдастся теперь холодам и упрямо во мглу твердит: я тебя никому не отдам. Время за полночь, люди спят, находясь в поддельном раю. У котенка глаза блестят, он закончил работу свою. Тихо, тихо ступая на снег, подошел там, где трупик лежал. И почти как человек он на ушко ей прошептал: милая, милая моя, я с тобой, я тебя никому не отдам. Я у клёна под снежной горой нам построил постельку там. Он туда перенес ее, а потом закопался сам. Колыбельную пел мороз, но ее не услышать вам. Колыбельная — это для тех, кто любовью всю жизнь живет.
забывая о бедах своих, только верность крови несет. Он безумец в холодном снегу, он за ближнего душу отдал. До последнего мига в бреду он за шею ее обнимал. В этом году на гуманитарный факультет поступило очень много первокурсников. И это не потому, что у нас теперь 8 специальностей. Слушайте, парни, что по слухам говорят, это Наська приехала? А что за Наська, я понять никак не могу. Да по полю-то бегала такая сиканая. По полю? А, точно, вспомнил. Она же, говорят, это... В политех поступила! Похорошела, да? Чё в политех? Одни юристы, экономисты. Вот у меня брат сельхозки учится на Каниграда. Кем будет? Дипломированный цыган. Ну, это ладно, бог с ним. Слушай-ка, чё, а что у этой Насти из приданного есть? Ну, есть квартира, машина, кошка есть. Квартира, машина-то понятно. А вот кошка... Кошка это да, кошка нужна. Кошка, куда сейчас без кошки? Сейчас всем кошку жду. А зачем она тебе? Ну как зачем? Кошка, она многофункциональна. Ну куда без кошки? Кошка пригодится, она в хозяйстве сумеет. Она кошка, ну кошка нужна, она... Ну как кошка? Ну кошка, отличная кошка. Ну кошка, она в конце концов мурлыкает, что? А если что, так я отдам ее этому Вовке, сатанисту, и все, скажу, забираю. Ну вот, как-то так, не знаю. Слушайте, а есть у Насти этой самовар? Зачем тебе? Ну, дело такое тут. Я из магазина 2 сапога украл, они оба левых. Один матери загнал за сотку, вот. А второй думаю ей отдать. Пусть это... Да ты чушь какую-то говоришь? Пойдем лучше в конюшню. На, что там в конюшне-то? Ну, сядем в стойло, возьмем бидон пива. Точно, пойдем-ка в конюшню. Пожалуйста. В стойло бедут пиво. Городские так не отдыхают, они все по кафе, да по барам своим. А все потому, что на гуманитарном факультете работают самые лучшие зазывалы в городе. Поступай на гуманитарный факультет! Гуманитарный факультет ждет вас! На гуманитарном факультете, если мужчина плачет, он не баба, он романтик. У нас на факультете нет старосты, есть летописец. От корпуса гуманитарного факультета до главного не 500 метров, а 30 аршин и 4 локтя. Только на гуманитарном факультете одеть синий сарафан на ипатьевские святки – дикая пошлость. Только у нас курсовые подписывают кровью и ставят бедно-бедное клеймо. Если после получения диплома студенту ГЭФа предложить зарплату в 58 тысяч рублей, он ответит, мне столько не подмести. Лучшая шутка для студентов гуманитарного факультета – это подбежать к граффити и хихикать подписать репин. На стенде у деканата гуманитарного факультета до сих пор висит объявление об отмене крепостного права. Декан гуманитарного факультета имеет статус... Государственной ярости ГФ. Студент нашего факультета всегда в опасности. Студенты ГФ знают слишком много лишнего. Студентка гуманитарного факультета не ждет принца на белом коне. Она ждет электричку в белую холуницу. Студент ГФ никогда не чинит карбюратор. Это просто смешно. Если падает звезда, студент гуманитарного факультета не загадывает желание. Для этого есть дерево. Только наши студенты создают в социальных сетях фейки Ивана Калиты. Студентов гуманитарного факультета не затрагивает осенняя депрессия. Их слегка касается дождливый декаданс. Студентка гуманитарного факультета не умеет чинить розетку. У нее парень с ЭТФ, они оба не умеют.
факультета не любит сауну. Он любит маму. Только на нашем факультете в перспективе такие дисциплины, как созерцание отчизны, риторическая математика, систематизация цветов цветов и художественное черчение. Студенты гуманитарного факультета не носят каблуки, потому что лапки на каблуках – это уже не тренд. Студентка гуманитарного факультета не пользуется помадой, она целует снегиря в живот. Только у студентов гуманитарного факультета при выборе между археологической практикой и бесплатным югом не возникает вопросов. На гуманитарном факультете нет слова «должник». Есть слово «ирод, треклятый, юродивый пес, собака, свою отчизну позабывший». Студенты гуманитарного факультета никогда не болеют. Их хранит Господь! Так, это... Ребят, идите-ка сюда. Идите, быстрее. Слушайте, что думаю? Может мне с этой Настей-то как-то замутить? Ну, познакомиться, в смысле? А как? У меня ни опыта, ни таланта. Да ты не парься, с девушками нужно быть проще. Ну, например, будь как Гагарин с ракетой. Залез на шею, заорал, поехали. Надо быть здоровой. Меньше ножей, больше импровизации. Да, ну может... А ты главное, женись. Будешь как тракторист, днем пьяный, сытый, а ночью спишь. Мужик должен быть как вертолет. Мощный, шумный, грязный, а внутри человек с высшим образованием. Вот это тема, да. Будь как вожатый в пионерском лагере. В принципе, себе многое можно позволить, но не дай бог приедет ее мать. Да. А мужчина для женщины как свитер. Теплый, мягкий, удобный. Главное, чтобы не сел. Ну, тоже верно. Муж и жена – это вообще, это как медведь и Филипутин в машине. Рулить-то можно по очереди, но у кого права, у кого доверенность – сразу ясно. Да. Слушайте, ну, в принципе-то мне все понятно, теоретически-то. А вот как я к ней подойду-то, как у меня это там, танцы? Ну, давай представим, ты-то ты, а я это Настя. Ну, да. Давай, подкатывай ко мне. Ты Настя, значит. Подкатывай. Ну. Привет, я Витя. Привет, я Настя. Выходи за меня замуж, я сын председателя. Не-не-не, это не прокатит. Она из Кирова. Сделай ей комплимент. Комплимент? Ты баская баба. Ласками. Ласками. Ты... Очень баская баба. Скажи что-нибудь оригинальное. Ты заяц. Да ну это все фигня. Главное показать, что ты крутой. Что я крутой? Да, крутой. Что я крутой. Так, сейчас покажу. Давай, покажи. Вот теперь ты готов, отлично, пойдем. Take me back to you tonight. Hang on, round and round.
Конечно, в городе. Почему уехал? Ой, что в городе вашего хорошего? Ходите из этих, из-под машин, все нюхаете в троллейбусе миллион народу, я боюсь их. Эти, вы там что попало вообще? Что у нас, знаешь, у нас песни постоянно про ваш этот город придумывают. Как это, этот, про предприятие у вас? Это, а желтый лебедь возле ТЭЦ руками чистит огурец. Вот все поют, что про ваш Киров. Да, а я для себя еще в школе все решил. Все сразу для себя понял. Я когда, знаешь, у меня случай один был. В школу я пошел, на заводе был выброс. У меня сменился обмен ДНК. Через глаза слышу мамин я голос. Значит, мне домой возвращаться пора. Нет, ну ты хватит уже со своими шуточками. Сам от себя устал, честно. А ты не заговаривай мне зубы-то. Уже переоделась ДК-то? Переоделась ДК? Вижу, вижу, вижу. Значит, нужно познакомиться тебе с Витей. Обязательно познакомься. Но! Он, в конце концов, парень видный. Что в нем особенно? Что в нем особенно? Он с председателем. Этот, он, значит, мотоцикл с коляской. Ну, а мне это главное, чтобы человек был хороший. Хороший? Зодик у него есть. Плавать умеет. А, ну, тогда, я думаю, можно посмотреть. Это вы все молодежь на зодике ведете. Да какие зодики? Покажи зодики мне. Лучше. Я видел его. Нет? Не с ним?
А, уже? Вот ты хитрый лист. А ты Ванька с кем будет? Да, Ванька с Людмилой Евгеньевной идет. С Людмилой Евгеньевной? А ты что, все, с начальницей военкомата мутишь? Годен, не годен. В наше время все было совсем по-другому. Вот когда я в армии не служил, я просто по искривлению грудной клетки. Ладно, значит, Витька, с кем? Что-то я не знаю. Что не знаешь? С кем это пойти-то мне? Да, иди с Наськой моей, а? Как тебе? Что за Наська? Что за Наська? Да погодите. Какая кошка? Наська моя, внучка, уехала у меня. Так, о? И что, что-то не припоминаю. Ну как не припоминаю? Вы же в детстве вместе бегали, она еще сидит. Это напичкано, прибегает ко мне. Это синяя, наверное. Да, да. Точно, помню. Так, это, что-то, ну, не знаю, сходить с ней в ДК. Сходить с ней в ДК, конечно. Она что-нибудь про меня спрашивает? Конечно, спрашивала. Она ведь как приехала с порога, сразу только про тебя и говорит, мол, как Витька, купил ли мотоцикл, есть ли сотик, умеет ли плавать, папа не от него не отказался, говорит. А тогда, значит, ей все в лучшем виде преподнес. Это тебе вся почва удобрена, что называется. Ну так что, это шикарно. Шикарно, а то нет. Это, она, смотри, девка у меня видная. За ней глаз на глаз нужен, понял? Это, знаешь, пацаны, что называется, засиделся за баром твоя баба с Захаром, так что ли? Ну все, готов я. Готов? Да, да. Пойдем, покажу, в которых камышах она тебя ждать будет. Пойдем, пойдем. Я люблю тебя до слез. Каждый вздох, как первый раз. Вместо лжи красивых фраз. Это облако из роз. Лепестка. Я люблю тебя до слез. Каждый вдох, как первый раз. Вместо лжи красивых фраз. Это облако из роз. Лепестками белых роз.
Привет, я Витя. Привет, я Настя. Ты очень лаская баба. Спасибо. Ты заяц. Спасибо, меня в городе так еще никто не называл. Сегодня в ДК юбилей поселка городского типа Жар-Птицево. Пойдешь со мной? Ну ладно, а что там будет? А там будет русский концерт. Готова идти со мной? Ну да, хорошо. Давай тогда встретимся у ДК. У меня еще есть одно дело. Ну ладно, хорошо, мне дорогу дед покажет. Клянешься ли ты звонить пьяненький в час ночи, пацан?
Клянешься? Клянешься ли ты, девчонка, познакомить свою страшненькую подругу с лучшим другом парня? Клянешься? Клянешься ли ты, пацан, подарить на 8 марта 3 тюльпана из сада и фоторамку? Клянешься? Клянешься ли ты, девчонка, подарить трусы и пену для бритья на 23 февраля? Молодец! Ну и что тянуть? Клянешься ли ты, пацан, напрячь своих друзей, чтобы помочь девчонке с матрой? Клянешься? Все! Живите долго и счастливо, пока сплетни и слухи не разлучат вас. Здорово!